О ситуации по учебному процессу на 11 апреля рассказали в Управлении образования. В Североказахстанской области организации образования пострадавших от паводков нет. На дистанционный формат обучения переведены 1801 учащийся, 7 школ из 2 районов и города Петропавловск. Это средняя школа номер 13 города Петропавловска, 163 учащихся. Покровская средняя школа Есильского района, 215 учеников, 5 школ Кызылжарского района, в их числе Озерная средняя школа, школа-лицей Парасад, Бескольская средняя школа номер 2, 476 человек, Приишимская основная школа, 65 учащихся, Байтерекская средняя школа, 312 учеников. В связи с переливом и размытием дорог отменен подвоз в 8 школах и 6 районов. Занятия будут проходить в смешанном формате. Для 78 учеников организовано дистанционное обучение.